Ну вот и сентябрь подошел. Нелетная погода, дожди, прохладно. Как-то становится некомфортно ездить на мопеде. Решили закрыть лето, прокатиться километров эдак 30. Ну и как же в одном и том же месяце, примерно в том же месте, не пробить колесо, не упасть с мопеда? Всем привет, друзья! В этом видео решил снять покатушки по трассе. Расстояние примерно 30 километров. Снимать буду с автомобиля на телефон. Посему не судите строго, затряску местами, не совсем качественный кадр. Но я всегда помню ваши пожелания, и многие из вас просят поснимать, как ездишь. Да ну и вообще интересно посмотреть сбоку. Чё она как вообще едет? Пристегивайтесь покрепче, набирайте вкусненького чайка. Приятного просмотра. В общем, начало все очень хорошо. Рано встали, собрались, сели на мопед и на автомобиль и поехали. Проехав километров 10, заметили, что с колесом что-то не так. Остановились на обочине, посмотрели. Действительно, заднее колесо спускает. Хорошо, что в автомобиле были ключи и был насос. Решено было на трассе не разбирать колесо, а доехать домой и там уже посмотреть, в чем проблема. Заранее подкачали колесо и убедились, что быстро оно не спускает, то есть километров 15 дотянем спокойно. Если что, будем докачивать по ходу дела. Когда доехали домой, визуально осмотрели колесо. Покрышка была целая, но все-таки где-то пищала. Так мы с легкостью определили, что спускает где-то в районе ниппеля. Хорошенько наслюнявили сосок. И вуаля, он так пузырился. Как будто бы у меня день рождения скоро. Обычно, когда проблема в районе ниппеля, что-то заклеивать я не вижу смысла. Наверное, лучше купить новую покрышку. Кстати, я ее уже купил и скоро буду менять. Как раз появилась новая тема, как самому разбортировать колесо. В ближайшее время, если вам будет интересно, вы увидите на моем канале. Ну а чтобы не пропустить, необходимо быть подписанным на мой канал и прожать свой царский лайк. За что я буду вам безмерно благодарен. Да, кстати, в прошлом году я также пробил заднее колесо, приходилось его снимать. Снимали сами, а вот уже разбортировали на шиномонтажке. В этот же раз я хочу попробовать разбортировать самому, заодно обсосать эту тему, стоит ли разбортировать самому, либо же на шиномонтажке. Да и вообще увидите весь процесс. Кому интересно, как снимать заднее колесо, есть отдельное видео. Его по традиции можете посмотреть в описании, либо же в конце ролика. Дело вроде несложное, но тонкости свои есть. А также в ближайшее время я планирую выход в свет роликов по многочисленным просьбам в комментариях, куда заливать масло для коробки передач, смазка цепи, а также как правильно натягивать цепь. Возможно, что-то еще придет на ум. Ну и конечно же, не забывайте писать свои идеи, на самые интересные из которых я обязательно сниму видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я всегда рад с вами пообщаться. Ну а на этой нотке я с вами прощаюсь ненадолго, оставляю вас один на один с видео, с чаем или что. Что вы там пьете или едите. Спасибо, что смотрите мои ролики. До новых встреч. Пока-пока. Дай прокатиться.